Дорогие друзья, и вот мы подошли к самому главному. То, что особенно, наверное, ждут наши телезрители, это два финала Гран-при, абсолютно чемпионата «Беркут», и их события в Перми и Сиби, кикбокс под номером 4. Сейчас будет разыгран пояс как раз чемпиона абсолютного чемпионата «Беркут». Друзья, вы знаете, это, наверное, тот бой, который очень хочется посмотреть. Выход Якуба Берсанукаева. Ну и сейчас мы перед ним как раз увидели тот самый выход Александра Коновалова, сербского бойца. Ну, по большому счету, опять же, благодаря организаторам мы с вами увидели, дорогие друзья, вот в этих видеозарисовках то, что такой блиц-комментарий одного и другого бойца. Мы знаем о том, что это очередной матч-реванш. И он как раз седьмой по счету этого всего файт-карта, этого всего турнира ACB кикбокс под номером 4. И вот как раз Муса Шихабов на экранах, мы его видим. Очень интересный бой. Супер противостояние. Друзья, давайте посмотрим. Встретились два на самом деле профессионала с большой буквы. Оба чемпиона мира среди любителей. Оба чемпиона мира среди профи. Очень уникальные бойцы. Самое интересное, что вы посмотрите, что профессиональных боев написано мало. Но любительских там, наверное, за 200. Да-да, Якуб Берсанукаев 8 побед, одно поражение у него по профессионалам. И за плечами еще на боев 200 по любителям. Да, и Саша Коновалов 26 побед, одно поражение среди профи. 173 сантиметра рост Саши Коновалова, 22 года, 61 килограмм. И Якуб Берсанукаев 180 сантиметров. Очень высокий боец для этого веса. 23 года нашему российскому спортсмену, 61 килограмм. Россия против Сербии, именно представители бойцовского ресурса этих двух стран сейчас будут друг друга экзаменовать, и уже это начинают делать. Еще скажу несколько слов, что Берсанукаев Якуб, чемпион мира, чемпион России, чемпион Европы по профессиональному кикбоксингу. Ну и также и по любителям. Он был чемпионом мира, я как сейчас помню, в 2011 году в непосредственно Македонии он выиграл тогда титул чемпиона мира в K1. Тогда для себя первый титул крупный заполучил Якуб Берсанукаев. Чемпион мира Саша Коновалов 2015 года, вот прошедшего недавно чемпионата в Сербии. И чемпион Европы, конечно же, Александр Коновалов. Кстати, вы помните, Вадим, сейчас вот буквально прошедшего чемпионата мира всех бои прошел, вообще, Саша прошел Коновалов. Всех без вопросов, 4 боя. Меня вообще удивляет. Вот сейчас считают нокдаун. Да. Ни за что нокдаун вообще отчитал, вообще непонятно. Да, понимаете, причина еще... Рефери видно неквалифицированный. Человек просто упал, подскользнулся, отчитал. Смешно. Но рефери из Голландии, кстати. Ну и что, вообще ни о чем не говорят эти голландцы. И вот вам пример, что нет квалификации такой должной. Совершенно нету. Человек подскользнулся, упал, взял ему, отчитал. Практически раунд проиграл, что ли, получается тогда. Совершенно не квалифицированный. Ты, Саша, сдвоенный левый сбоку. Я хотел про Александра Коновалова заодно здесь еще сказать. Про бои его на чемпионате мира. Только-только вот 2 недели прилетел с чемпионата мира. 4 боя провел, стал первым на чемпионате мира. Я просто в шоке, как он здесь оказался. И как он еще умудряется боксировать. Да, боксировать на очень высоком уровне против Якуба. Да, если у Якуба была пауза подготовиться между 3-м и 4-м промоушеном, то это только на боях. Посмотрите, что происходит. Так, что-то вот случилось. Это да. Что-то случилось, и давайте посмотрим. Вот это да, тяжелейший удар пропустил сейчас Якуб. Да, да, в область туловища. Тяжелейший удар. Нокаутом. Кстати, нокаут Якуб. Да. Берсанукаев проигрывает. Здорово. Нокаутом. Вот Александру. Да. Александру Коновалову. Практически... По имени и фамилии, кажется, наш соотечественник, да, Александр Коновалов. Говорил, он всегда говорил, что у него родственники из России. Да, попал по печени, представляете? Ага, вот по печени жестко попал, да, и страшно попал. Попал, да. Согнула Якуб Берсанукаева нокаутом. Стой, напомню, что оба бойца шли победоносно до финала, да? До, да, разыгранного этого титула. Титула как раз и владельца пояса абсолютного чемпиона «Беркут» ACB по кикбоксу. Какой удар тяжеленный сейчас пропустил Якуб Берсанукаев? Левый в область печени, правое, да, нижнее подреберье. Почему, видимо, он что-то, не, да, говорит о том, что это по печени удар, и вот врач не понимает даже.
Саша Коновалов говорит о Сербии как раз и благодарит свою страну, но и при этом не забывает, что у него корни из России. Сербский флаг. Да, вот это Александр Коновалов, заряженный, какой-то перезаряженный, да, без причем, отдыха, выигрывает, да, и побеждает, да, да, везде. Самое интересное, перед этим выиграл выход в финал за 2 недели до чемпионата мира. Левый сбоку. Да, да. На чемпионате мира 4 боя выиграл. Так. В обеспечении, да, был, ну, левый, да, боковой, да, да, левый снизу такой, левый полуснизу, полубоковой удар. Очень такой долговязый Якуб, очень высокий для этого веса, 1,80 рост, напомню, и туловище очень такое длинное у него. И, представляете, а я теперь вот этот момент, вы видели левый боковой, когда упал Якуб, при том, что он подскользнулся, еще и потерял равновесие. Да, и тяжелый левый боковой, это он пропустил все-таки, Вадим. Я согласен. Да. Александр достойно выиграл пояс и стал победителем абсолютного чемпионата Беркут. Очень высокий Якуб Берсанукаев для этого веса, конечно. Якуб сейчас... И мы видим, да, конечно, Яраги Гитаева, президента ACB лиги. И по всем направлениям, да, и по ММА, и по, да, кикбоксингу. И выражаем большую благодарность за поддержку кикбоксинга. Спасибо большое. Поздравляем, Александр, и восхищаемся твоей работоспособностью. Да, и матч-реванш не взят, и уже победы за Александром Коновалом. Ну, будем надеяться, что еще один, потому что мы знаем, Мейрбек Хасиева любит он реванши и любит саму Саши Хабов, также с Ираги Гитаем. Поэтому я думаю, что не исключаю, что в будущем году мы увидим очередной, может быть, их поединок. И пояс, конечно, просто прелесть. Пояс красивейший, да, конечно. Чеченцы умеют делать. Качество, да? Качество. Абсолютный чемпионат Беркут, напомню, дорогие друзья, потрясающий, очень рейтинговый и, знаете, конкурентный турнир, как и по кикбоксу, так и по ММА. Супер бои всегда мы видим, и, конечно, вдвойне необходимо признать, что ACB растет не по дням, а по часам, и растет просто зримо для всех специалистов и людей, которые хоть чуть-чуть увлечены единоборствами.